Ботинков. Вот только вспомнил, вот его, пожалуйста. Смотрите, до Чудова мы с ним сходимся там, где расходимся, но это принципиально позиция. А там, где мы не сходимся, это самое, не касается в данном случае прививок. Вот. Смотрите, начнем сначала. Что такое прививка? Перенос программы, это уже до конца вам надо знать. Сорта приводит на программу подвоя. Видны изменения плода. Правильно, вот. Один и тот же сорт на разных подвоях показывает разные плоды. Ну и так далее. Самое главное. Знаете, как мы подружились? Два непризнанных этих, два непризнанных идиота, которые со свиными рылами в калашный ряд полезли оба. Нас потом так осадили на первом съезде садоводов. Шаманами обозвали. Железов шаман и Латинков шаман, друг его. Так вот, вот это вот когда-то войдет во все учебники. 100-миллиметровая зона находится на привое, так и на подвое. Сейчас это проиллюстрирую. Привой получает частично генпризнаки подвоя, подвой получает генпризнаки привоя. А коли подвой и привой получили в 100-миллиметровой зоне блуждающие гены, то эти участки можно констатировать как участки с расшатанной наследственностью. А дальше вот эта фраза, я говорю, мы если расходимся, то по мелочам. Неужели найдется человек, отрицающий очевидно? Да весь мир отрицает очевидно. Ясно? И мы никогда не докажем. Я придумал свое. Ну, проще вот это самое. Диффузия. Я металлург. Диффузия. Диффузия, ну, надо было слово генов добавить, ладно. Вот и все. Теперь, вот эту фотографию, я говорю, ну как было не подружиться с это самое, с удивительным человеком, который вот это, да, это, он определил как 100-миллиметровая зона, а моя, помните выражение, которое уже вошло в эти самые постулаты? Как можно ближе к основанию. Есть разница? Нету разницы. Да, ты хоть что-нибудь понимаешь? Вот, а теперь смотрите сюда. Видите вот эту ветку? Если отсюда прививка делается в том числе для увеличения морозостойкости. И так проблема вот с этим самым, с граница, где прививка. Это граница. Ее перейти очень сложно. Прижиться очень сложно. Скелетной прививки настолько сложно прижиться, что я вас на всю оставшуюся жизнь зарекаю. Не занимайтесь скелетными прививками. Если только для изучения новых сортов вам прислали 50 сортов, а у вас 5 деревьев, вот только тогда. А так вот это характеризует наше с ним это. Вот здесь мы...